четверки обороняющихся сменится. Очень плотным вбрасывание получается. И там долго было неясно, кому достанется шайба. Это было больше похоже на такую схватку, как в регби бывает. Но в итоге Йокерит продолжает контролировать игру в зоне атаки. Генуэй не стал бросать. Увидел, что Регин в правом круге. А вот теперь Генуэй бросает добивание. И там то ли сдвинутые ворота, то ли нет. Мы видим жест арбитра. Он показывает, что взятие ворот должно быть засчитано. Засчитано, да. Но я так думаю, что посовещаются. Добивание Регина. Вот тут вопрос. Тоже требующий просмотра эпизод. Но по ходу эпизода игрового Яралик, который находился на линии ворот Спартака, взятие ворот зафиксировал. Решение принято. Один в пользу Йокерита. Вы сами слышали Эдуарда Одинша. Ворота не были сдвинуты, да.